Всем привет, ребята, еще раз. В общем, разобрался потихонечку, что как, посмотрел видосы. Настала ночь, но уже светает, да? Ну, блин, я скрафтил факел. Ну, пусть он будет. В общем, для этого нам, для бунгало нашего нам нужно 15 дерева и 5 камня, по-моему. Сейчас мы приступим к этому делу. Строительство данного сооружения. Я хочу здесь же его поставить. И еда уже просится, еда. Надо пойти нам немножко порыбачить. Совсем просится. Но сейчас чуть-чуть просветлеет, потому что там сейчас наверняка под водой хрен что увидишь. Еще долбаный дождь идет. Так, вот это херово. Сейчас меня сожрут, по-моему. А я не успел себе построить дом. Так, нет. Это было очень и очень плохо. Сейчас выкину сюда. Блядь, ничего не видно. Нет, светлеть не начало. Сейчас еще один факел. Зараза, мало горит он, мало. Так, вот он, факел. Так, скидываем его опять. 9. А роман 15. Работаем в темноте. Как шахтер или вор, черт его знает. О, кто-то умер, экспертайз, целая соточка у него. Обалдеть. Чувак продвинутый. Видно был 13. Давайте еще 2, потом опять факел скрафтим. Да, подольше бы он горел. Хотя бы минут 5, чтобы потом переделать. Так-то очень. Есть у нас 15 с вами дерево. Сейчас еще пару факелов поднакидаем. Дождь идет, промозглый жуть. Я еще весь голенький. Откуда, кстати, интересно, огонь добывает? Тоже как бы вопрос. Ладно. Скинем здесь его. 5 камней надо нарубить. Вообще, глаз выкли, просто. Просто выкли глаз. Но мы должны продолжать работать даже ночью. Так, что-то плохо с факелом опять. Просто на ощупь, все делаю. Более-менее получается. Блин, еда уже дает о себе знать, когда же расцветет. Нам хотя бы успеть доделать хижину, чтобы если я умер от голода и холода. Еще 2 стоуна нужно. Давай, давай. Он один уже погас. Блин, зараза, вообще жопа. Не, ночью надо сидеть дома. Просто дома надо сидеть. Давай работай. А, типи. Вот оно. Сейчас закрою. Хочу еще факел пойти. Место какое-нибудь присмотреть рядышком с костром. Крафтится. Вуаля. Так, где бы нам его воткнуть-то? Так нихера не видно, блядь. Ну, где-нибудь воткнем вот здесь. Давайте положим факел. Теперь бы найти еще
Долбаный ящик, я вообще ничего не вижу. Блять, еще солнце это, сука, отсвечивает. Бликует, блять. Твою мать, я нихера не вижу. Его можно поднять? Да, шикардос. Вот это наша штука. Надо его... Я не знаю, куда мы сейчас его привезем. Ладно, похрена. Вот он, делаем типе. О, шикардос. Фу, справились. Вот он. Наш вигвам. Рядом костерок. Эпично. Просто эпично, да? Не знаю, но две игрушки с разницей в день, хотя это тоже должна была 30-го на 31-го принесли. Но в каждой по-своему прикольно. Интересно, если все получится, когда это все доделается, я думаю, и одна, и вторая будет интересна, тем более, что там, может быть, и в первый какой-то кооп на 4 человек будет. Кто-то из наших сколбазан, по-моему. Ну, а здесь просто сервер. Ну, в принципе, неплохо, я обжился. А, по еде, конечно, пипец. Сейчас попробуем поохотиться. Так. Ух, какие здоровые есть, блять, вот такую бы зарубить. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет. Ой, какой здоровый красавец плавает, а? Ах ты, сука. Пошел. Сейчас надо опуститься вон ближе к растительности. Так нас не видно будет. Остается поджидать. Поджидать какую-нибудь рыбешку. Давай, 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 давай. А? Есть! Есть! О, да, есть. Динозавры орут. Вообще жуть. Есть жратва. Так, только я не понял, а где? Там, что ли, мое? А это чье-то, да. Это не мое. Блядь, здесь еще кто-то. Сейчас. Да-да-да. Вы видели факел? Это не мое. Это чье-то, это чей-то факел. Возможно, сейчас к нам гости придут. Так, нужно стоп-файр, потом отфиш и старт-файр. Вот она наша рыбка готовится. Какой я грозный чучмек. Звезды у нас. Наверное, это что-то. Ковш, мовш, блин, нет, это не ковш. Офигенно. Так, у меня есть лук. Ну, в принципе, я буду обороняться, если кто-то на меня нападет. Я не понял назначение этого щита. Возможно, ты идешь как заграда, и сзади за тобой прячутся твои соратники и, наверное,
делать. Сколько оно готовится будет, я не знаю, но кусочек очень маленький. Голод у меня все нарастает и нарастает. Ёпрасотембл. Как они там жили без пива? Живое, нефильтрованное, с холодильничка. Да, в глиняную пивную кружечку. Долгая ночь, долгая. Конкретно долгая. Нам повезло, мы удачно здесь все. Eat small meat. Опа, только чуть-чуть похудел. Немного пойдем-ка еще кого-нибудь зарубим. Мне понравилось. Мне вот эта штука понравилась. Кстати, по-моему, в форесте не работает сейчас, пока вот эта охота там такая прикольная, которую ты сходишь. Бац, сверху рыбу. Хочу здорового какого-нибудь гада зарубить. Ну, это, в принципе, как в реальной подводной охоте. Вот это мне не нравится, вот это мне не нравится. А вот там, кстати, есть. Там какие-то динозавры, они, по-моему, там чувака зажрали, блядь. Совсем рядом какой красавец, а? Здоровый исполин. Сейчас. Выдержка нужна. Сделали очень много, понятно, что все это за ними гоняться будешь. Ой, какой. Ой, я не знаю, так можно в него или нет. Сейчас вот этот проплывет. Нет, сука, не дошел. Маленькую колбасочку какую-нибудь убить. Кстати, возможно... Нет, конечно... Но было бы светло, я бы завалил бы какого-нибудь динока. Ах ты, сука. Нет, неправильно, надо ближе сюда пробовать. Засранца. А-та-та-та-та-та-та. Такой, зараза, хороший ушел, а? Рыбы. Давай, двигайся ко мне кто-нибудь поближе. О! Да, первый раз лучше получилось. Здоровый, какой, блядь, почти попал. Черт. И спиртай 102. Да я, блядь, был самым опытным. Так, ну ладно, зато умерли мои типи. Окей. Вот мы здесь появились. О, ну все. Так, единственное, у нас все пропало. То есть костер есть. У нас пропало наше снаряжение. Так что мы сейчас... Его будем
заново крафтить. Там, кстати, прикольно, там всякие луки украшать, там себя, типа, форму гилки делать. Вот, ну ладно, тогда сейчас все это сделаю. Пойду, наверное, попытаюсь сначала отожраться, а потом надо направиться куда-то на исследование мира. Вот. Ну все. Пока-пока.